Что значит бесплатно пакет? Можете ключи дать от квартиры, где деньги лежат. Проходи мимо. Глянь, деловая какая, а? Мам, привет. Ой, Дотя, а ты что на рынок пришла? Я детей хочу одеть. По магазину пройтись. А правильно. Детей надо одевать. Кто же кроме нас-то будет их одевать? А деньги-то есть? Да, есть. Угу, знаю я ваши есть. На 10 тысяч. Особо деньги не трать. Спасибо, мам. Спасибо. Конечно, спасибо. Что ж не спасибо? Конечно. Мать корячится здесь на этом рынке. Что ж не спасибо? Вот ты вынь и положь. Дай, 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 дай. Когда же вы с моей шеи-то слезете уже, а? Мать же уже здесь с 3 утра стоит. Мам, рынок с 7. Я знаю. А я с 3. Потому что ящики воруют. Куда только президент смотрит. Доча, запомни, меня на 1 год хватит. Больше меня не хватит. Мам, ты уже 7 лет это говоришь. А я вот говорила. А уже все, срок годности матери истек. Вот так приятно, если я буду ковырять. Что вы ее ковыряете? Ковыряете все подряд. Гузаля, а ты че картошку на 5 рублей дешевле поставил? Я говорю, Гузаля, а ты че картошку дешевле поставил? Ты че картошку на 5 рублей дешевле поставил, а? Я понимаю, что я с утра уже 3 мешка тебе повыкидывала. Что ж мне теперь на 5 рублей дешевле ставить, что ли, а? Я вот думаю, 10 тысяч немало? Думаю, нет. Думает она. Думать головой надо было, когда замуж выходила. Мам, мы, между прочим, с моим мужем идеальная пара. А то как замуж выскочить мы умеем. А как деньги просить, так у матери. Мам, ну что ты такое говоришь? Он хорошо зарабатывает. Ой, где он работает? В Газпроме. Анька, а где твой зять работает? А, директор фирмы. Она же в Газпроме. То, что он возит газовые баллоны на Мотороле, это ничего не значит, что он в Газпроме работает. Господи, когда ж ты ума наберешься? Ну, мам. Поторгуй, я сейчас приду. Аня, наливай. Вам что дать? Пожалуйста. American boy, American joy. Ну что, Дотя, продала что-нибудь? Да, петрушку. Да ты моя золотая. За сколько продала? 15 рублей. 15, да? А ты знаешь, сколько сейчас стоит пучок петрушки? А ты знаешь, что с пучком петрушки сейчас можно прийти на день рождения и сказать «поздравляю»? У него что, день рождения было? Что ты ему подарила пучок, а? А сколько? 16! Диана, 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 я ж тебя Ани хотела назвать. Если бы ты мать послушала бы. Ой, зятек, здрасте. Здрасте. А что ты там стоишь-то, как бедный родственник мой? Болит? Болит. В больнице был? Был. Что сказал? Упал. Правильно, так и говорим. А еще раз ко мне участковый придет, я тебе вторую ногу сломаю. Я, между прочим, 10 тысяч дала детям, чтобы оделись. Спасибо. Спасибо. Только ждешь от вас, что спасибо. А ты помнишь, что у тебя дети есть? Да, я помню. Ага, помнит он. Кто у тебя там? Сын. Ага, сын. А как зовут-то сына? Иго. Тоня, как зовут твоего внука? О, Леха, а у нас вообще без фантазий. Иго-го. Ты знаешь, что ему во дворе дети подкову подарили? Подкову, это на счастье. Да, ему 2 и на ноги. Знаешь, что дитё цыган боится, шарахается, думает, что его уведут. Мать вам сует, как паровоз. Хоть какая-нибудь отдача была? Я вам шубу дарил, вы, наверное, забыли уже, да? Да я ж в жизни не забуду. Я ж как панда была. Меня только... Я 3 месяца не могла до рынка дойти. Меня только гринписовцы ловили и в лес отвозили. Так сказать, в мою естественную среду обитания. Ну, ма! Ума не ма! Ма! Вот поэтому от вас муж и ушел. Ты что такое говоришь, да? О, господи, это что же он меня Остапом подпрекнул? Ах, Дотя, ох, горе-то горе какое! Мам, ну не надо, ну пожалуйста. Ой. Мужчина, выбирайте лучок. Ай, горе-то какое. Да сам ты гнилай. Свяжи лучок. Давай иди домой, вся раздетая, разутая, голая сама. Я сама куплю детям одежду, давай. Мам, деньги тогда забери. Да не нужны мне твои деньги. Гузаля, чё стоишь просто так? Посмотри за лотком, пойду внукам одежду куплю.